леса. Последние новости от радио «Сорока плюс». На станцию «Заячья избушка» прибывает поезд с Дедом Морозом и Снегурочкой. Открытие главной елки состоится на опушке леса. Вам будут предложены зимние забавы, хороводы и сказочная дискотека. А также будет вручен главный приз от Деда Мороза тому, кто найдет золотой пятачок. Ты слышал? Главный приз от Деда Мороза. Я, великолепная Гризильда, целый год этого ждала, чтобы загадать желание и стать хозяйкой сказочного леса. Собирайся, нам надо всех опередить, украсть золотой пятачок и отдать Деду Морозу. Дед Мороз дарит подарки только добрым жителям леса. А мы за этот год ни одного доброго дела не сделали. Ворон, вот ты хоть и умный, но забыл. Я в прошлом году такой подарок Снегурочке сделала. Она же расцвела. Ага, кипятильник подарила. Весь сказочный лес растаял, а Дед Мороз со Снегурочкой в лето попали. Все, хватит болтать. Я сейчас как колдану-колдану, никто нас и не узнает. Разгройтесь, метели, гнитесь ниже сосны ели. Все, что есть в моем лесу, все засыплю, занесу. Пойду я на дорогу, на реку, на токи лед. Только дорогу понемногу, а суровый нагнетет. Не берите руки на, не закрывайте уши вновь. Лучшего праздника нет у нас в свете. Лучшего праздника Нового года с танцами, с песнями и хороводом. Новогодний хоровод ждали мы все целый год. Становись скорее в круг. Слева друг и справа друг. Всюду песни, всюду пляски, всюду яркие огни. В гости к нам приходит сказка в эти праздничные дни. Давайте все дружно проведем наш первый новогодний хоровод. Чего-то чудесного ждет.
Снегурочка, внученька моя, а посмотри, все ли у нас на месте? Сейчас, сейчас, дедушка, всех пересчитаем. Все на месте, можем и елочку зажигать. Ребята, а давайте-ка все вместе дружно скажем наши волшебные слова. Раз, два, три! А вы повторяйте за мной. Тогда и гоньки мои для вас зажгутся. Ничего себе! У нас и елочка даже разговаривает. Наши волшебные слова. Раз, два, три! Ёлочка, гори! Ура! Мы не зря старались с вами. Ёлка вспыхнула огнями. Дружно за руки берились. На работе мы пойдем, вместе песенку споем.
молодцы, молодцы какие! Я смотрю, хороводы выводить умеете, а загадочки мои угадаете? А я вам буду помогать, ребята. Загадывай, дедушка. Пришел нам праздник полночи, как ждал его народ. Вокруг зеленой елочки собрался хоровод. Как будто настоящая на елочке всегда. Привычная, блестящая, горящая. Игра! Ведерко вместо шапочки носить давно привык. С морковкой вместо носика веселый. Зеленая лапана, сверкают все иголочки, конечно, это елочка! И каждый здесь на празднике танцует и поет. Поздравим всех, так рады мы, чудесный Новый год! Молодцы, молодцы, молодцы какие! На все мои загадочки ответили. А давайте теперь сейчас поиграем в мою любимую игру «Заморожу». Давайте все ручки. Вытягиваем ручки вперед. Вытягиваем свои ручки вперед. Сейчас я буду пробегать, и вы должны будете убирать ручки. Кто не уберет, того заморожу. Раз, два, три. Порядок. Я думаю, что мы должны попросить ребят нам помочь. Правда, ребята? Вы поможете нам нарядить наши елочки? Хорошо, давайте поделимся на две команды. Одна команда будет Деда Мороза, вторая команда Снегурочки. Девять. О-о-о. А давайте теперь выстраиваемся. Пойдемте. Выстраиваемся все. В шеренгу. Выстраиваемся все дружно в шеренгу. Друг за другом встаем. Встаем друг за другом. Давайте, строимся друг за другом. Строимся друг за другом. Строимся друг за другом. Встаем, встаем. Так. А давайте кто-то пойдет в команду Девушки Мороза. Пойдемте со мной, девушки, в команду Деда Мороза. Пойдем. Красивые. Вы у нас кто, снежинки, наверное? Эльфа. Да, вот. Так. Дедушка Мороза, пускай твоя команда сделает пару шажочков назад. Команда моя, сделайте, пожалуйста, пару шажочков назад. У вас же можно попасть? Один, два. Смотрите, ребята, улучшайте внимание, задание. Внимательно. Смотрите, вы подбегаете к корзиночке. Корзиночки у нас самые красивые новогодние игрушки. Вы берете одну игрушку, вешаете ее на елочку, которая вам понравится. Можно и эту, можно и эту. Мы можем здесь помогать. И убегаете в конец гостика. Бегаем по очереди, по одному. Готовы? Раз, два, три, побежали!
Вырастут скорее рога. Вот на нее вы посмотрите. Вы согласны, дети?
бедные дети. Может, вы еще и не хотите, чтобы я, великолепная Гризельда, стала хозяйкой сказочного леса? Нет! Признавайтесь, у кого золотой пятачок? Нет ни у кого золотого пятачка? Нет. Все. Никакого вам Снегурочки. Никакого вам Деда Мороза. Мне колечко помоги. В кукол деда преврати. Вот ваши добрые волшебники. Теперь меня веселить будут. Да. Большой мешок с подарками. А вы хотите большой мешок с подарками? Тогда строимся. Две команды. Команда Гризельды и команда... Автошарика! Давайте за мной строитесь. Друг за друга. Да, подальше чуть-чуть. Подальше чуть-чуть. За мной. Так, ребята, одеваем тапочки на ножки. Подожди, я покажу. Одеваем тапочки на ножки и очень спокойно, передвигая их по полу, мы обходим кубик и возвращаемся и передаем к следующему. Да, ребята, приготовились. Обули тапочки. Вы чуть поближе встаньте. Приготовились. Шарик, помоги, пожалуйста. Готовы? На старт. Внимание. Поехали!
Шарик, я у всех посмотрела, пяточка нет. Нет. Шарик, зови моих помощников, страхов, ужасов. Где мои кошмарики? А ну-ка, выходите. Закройте глазки. Все закрываем глазки. Закрывайте, закрывайте, закрывайте. Сейчас у каждого в ладошках появится вкусная-вкусная конфета. Закрываем глазки. Не подсматриваем. Не подсматриваем. А то подсмотреть не получится. Дуем на ладошки. Открываем глазки. Смотри, Лизенька, есть пятачок? Зельда их в кукол превратила. Детей без подарков оставила. Ой, а ты кто? Я водяной, болото местное охраняю. С русалками хоровод вожу. Скучно. А может, нам Иван-Царевича на помощь позвать? Так, так я и есть Иван-Царевич. Грязильда околдовала меня и в болото сослала. А забаву мою замуж за Кощея отдать хочет. Вредничает, говорит, не пойду за Кощея, буду Ваню своего ждать. Вот каждый день приходит на болото и песни поет, меня ждет. Так ты не скажи, что ты и есть Иван-Царевич. Не могу, стесняюсь. Вот, опять идет. Запрещать.
Опять ребятишки Грызильда приходила сюда? Да! Вот был бы мой Ваня здесь. Он бы и с Кощеем сразился, и Деда Мороза со Снегурочкой вернул. Забава, а может, мы тебе поможем? Ну, давайте. Да. Вместе мы сила. Ребята помогут. Поможем, ребята? Да! Но только сначала надо силы молодецкой набраться. Вставайте в круг. Начинаем заряд. Давайте, идите сюда. Thank you.
Деда Мороза позову, Снегурочку. Что-то не верится, что они могли в кукол превратиться. Они же добрые, а добро всегда зло побеждает. Ребята, а давайте теперь еще раз со мной в игру поиграем. Вставайте на две команды. Команда моя за мной и команда Виточка. У меня есть вот такие волшебные шапочки, невидимки. Да. Вот у нас такие шапочки-невидимки, все, посмотрите. Отбегаем, прибегаем обратно и передаем. Я мама спрашивается. Давайте, раз, два, три. Он дает лишь спать. Он комнату не уходит. Thank you.
Ну и превращай. Все равно без Вани жизни нет. Пятачок, выходи. Я дам тебе желудь большой, вкусный. А не выйдешь, я тебя в лягушку превращу. Будешь водяным на болоте квакать. Опять в моем лесу недоброе происходит. Что ты, Дед Мороз, доброе, доброе? Я бы тебе золотой пятачок принесла. Отдавай главный приз. Какой главный приз? А хотите, я с вами хорошее настроение принесу. Хотим. Прости, Дед Мороз, Пятачок, прости нас. Теперь мы будем с хорошим настроением песни петь и радовать весь сказочный лес. Я вас всех, дорогие мои, приглашаю на новогоднюю дискотеку!